сегодня мы немножко совсем почитаем Библию. И мы начнем с Марка 4 глава, 11 стих. Там такая есть история, когда ученики собрались к Иешуа, подошли и говорят: «Объясни нам притчи, мы не понимаем». И тогда Иешуа сказал такие слова: «Вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притче». Поэтому сегодня я хотел бы немножечко затронуть глубину Слова Божьего, а именно Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 стиха. Можете открыть ее, потому что сегодня мы читаем только эту главу, а точнее разбираем. Я хотел бы немножко вам нарисовать перед вашими глазами, что же произошло когда-то давно. И надеюсь, что это поможет вам в конце нашего собрания, и Господь всем нам поможет. Хорошо. Там написана известная всеми вам притча про воскрешение Лазаря. И начнем с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, у которого было две сестры. И вот Лазарю становилось все хуже и хуже, и в последний раз доктор ушел от него и сказал сестрам: «Все, помочь я ничем не могу». И тогда сестры вдруг вспомнили, что есть Иешуа. Они вдруг, когда уже теряется надежда, вспоминается, что есть Иешуа, который может помочь. Мы также с вами, когда теряем надежду, когда никто из людей нам не может помочь, мы обращаем свои взоры к Иешуа. Мы вспоминаем все места Писания из Библии, где говорится про помощь, про надежду, про все, что нам надо в данной ситуации. Мы молимся, и это называется надежда. Надежда на Господа. И вот сестры вспомнили, что есть Иешуа, что последняя надежда на него, потому что доктор сказал: «Все». Тогда они что делают? Посовещавшись между собой, посылают посланника к Иешуа. Едет этот посланник, находит Иешуа. Иешуа сидит со своими учениками, там общается, трапезничает, там кушает. И этот посланник говорит: «Иешуа, приди срочно. Лазарь умирает. Врачи ничего не могут сделать». Посланник ждет ответ. Посланник, скорее всего, взял с собой коня еще одного, потому что дело было действительно срочным и не терпело отлагательств. Надо было срочно, чтобы Иешуа пришел к Лазарю. Может быть, также и мы молимся иногда в последней надежде Господу, что: «Господь, нам срочно, срочно нужно Твое чудо». И мы ждем, потому что мы говорим так: «Господь, если завтра утром Ты не покажешь свое чудо, то все, потому что выхода нет. Мы уже сделали все возможное, мы помолились всеми возможными молитвами, и мы ждем». И последний срок завтра утром. Все. Может быть, кто-то молится за деньги, у которого нет денег на погашение кредита. И он говорит: «Завтра, если не придут чудом деньги, все. Жизни как будто и не было». Или же кто-то молится за своего супруга: «Господь, если ты завтра его не исправишь, вот прям с завтрашнего утру, это максимум, то все». Но вернемся к нашему Лазарю. Иешуа не поехал с посланником, но передал слова. В 4 стихе Иешуа сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Посланник потоптался с ноги на ногу, переписал слова,
делать было нечего, и сел на коня и поехал к сестрам. Сестры в это время ждали. Ждали, они не спали, они ждали, потому что Лазарю все хуже, хуже и хуже. Тут они услышали топот коней, они выбежали, и к ихнему удивлению посланник был один. Макара. Конечно же, сестры, я думаю, удивились. Но посланник сказал, вытащил свой блокнот и сказал им: «Господь сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». И сестры, уже не дослушав до конца, скорее всего, побежали, потому что они услышали самые главные слова: «Это болезнь не к смерти». И когда в нашу жизнь приходит слово от Господа, наше сердце наполняется радостью. Наше сердце и приходит вера. Сначала идет надежда. Мы надеемся на Господа, что Господь ответит. И когда приходит ответ, приходит вера. Вот вдруг, вот ни с того ни с сего, ты сидишь в своей самой ужасной ситуации в жизни, среди пустыни, как Агарь сидела в пустыне и умирала от того, что не было воды, и она уже и не молилась, потому что пустыни не видно края, и она уже закрыла глаза, приготовилась умирать. Но как-то вдруг толчок в сердце ее побудил открыть глаза и повернуть голову, и она увидела колодец, полон воды, и ведро было на нем, все готово, в метре от нее. Но до этого она не видела, потому что Господь сверхъестественно дает нам откровение среди пустыни. Господь сверхъестественно отвечает на наши молитвы, и ты назло всем своим врагам остаешься жив. Я немножко расскажу вам свой случай, как это один из некоторых случаев, когда Господь ответил мне. Однажды давным-давно, когда только я уверовал, я жил в Украине, и у меня был небольшой бизнес. Был такой шук, ну, как вот в Иерусалиме, большой шук, там, где и вещи, и овощи, и фрукты, вот громадный шук. И у меня был маленький лоточек. Там я продавал кофе, чай. У меня стоял термос, кофе, чай. Горячий я продавал. Мы с Леной делали вечером такие сэндвичи с сыром, а утром я их продавал. И все было хорошо до одного времени, пока вдруг один грузчик не узнал, что я верующий. И вы знаете как? И он подходил ко мне. Вы знаете, как вот волк из «Ну погоди», такой вот он расплаханный, он выше меня, с сигаретой. И он подходил ко мне, к моему лотку, и говорил: «Ну что, ты верующий?» Я: «Да». «Сними рубашку, отдай мне». «Как сними рубашку? Я не дам тебе рубашку». «Да какой ты верующий? А ну дай мне бесплатно чай». «Да какой ты верующий?» И он издевался надо мной каждый день. И вы знаете что? Это лишало меня мира. Я не знал, что делать. Я знал, что я верующий, что я не могу ему сказать грубым словом, но я не знал, что делать. И это меня, ну, сильно давило. И знаете, когда уже, ну, вот он уже видел меня, и он шел ко мне, люди вокруг на лотках уже, знаете, как доставали чипсы, о, сейчас он будет издеваться. И сидели, смотрели кино, как он рассказывает словами из Библии, там, типа, ну, вот таких вот слов: «Отдай рубашку мне, давай мне чай, у меня нет денег, написано же в твоей Библии, что дай, кто у тебя просит, давай мне». Но он так это говорил. Вы знаете, это меня, ну, я знал, что давать нельзя, но я не знал, что сказать. И в очередной раз мне это уже просто изрядно надоело. Я тоже домой пришел, я начал молиться. Я говорил: «Господь, все, у меня терпения нет. Я уже не знаю, что делать. Все, я, ну, просто, знаете, когда уже все, мы начинаем молиться». И вот это один день из моей жизни. И я открыл Библию очередной раз, и вдруг, читая ее, вот знаете, когда иногда читаешь Библию, слова из нее так бац, и начинают гореть прям. И ты: «Вау, как я этого не видел, вау!» И я открыл Римлянам 12, ну, главу, там Римлянам читал, и вдруг слова
В Римлянам 12 главе 20 стих там написано: «Итак, если враг твой голоден, накорми его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И эти слова мне так загорелись, и я понял то, чего не понимал до этой минуты. И на следующий день, когда пришел я на свою работу, ну, я там занимался, и краем глаза я увидел уже этого грузчика, который меня увидел, и он такой шел с этой сигаретой. Вокруг люди уже чипсы достали. Думаю, ну, сейчас он будет веруна оскорблять. И вот он идет ко мне и подходит, и я наливаю ему чай. Говорю: «Петя, это тебе бесплатно». «Что?» Я: «Это подарочек, бери, бери, дорогой, угощайся». Но я думаю, не сам чай его удивил, а моя любовь в глазах, может быть, или радость, потому что я был свободен от обиды, я был свободен от злости. И чудом я победил зло добром. Он так обмяк. Вы знаете, как он обмяк? Он такой здоровый, сигарету выкинул. Он обмяк так. «Да не-не, я заплачу». «Я не надо, бери, дорогой, надо тебе, подходи хоть каждый день. Нету проблем, Петя, давай, бери, угощайся». После этого, вы знаете, он начал со мной здороваться, уважать как-то. Ну, как уважать? Ну, он понял, что действительно я верующий. Ну, я так думаю. Потому что Слово Божье восторжествовало. Итак, вернемся к сестрам. Они получили Слово от Господа и с радостью побежали к Лазарю. Лазарь был плох, он лежал. И они говорят: «Лазарь, Лазарь». Он открыл глаза: «Что? Доктор?» «Не, доктор уже не придет». Но мы посылали к Господу, к Иешуа, и он сказал, что эта болезнь не к смерти. Лазарь, конечно, расстроился. И он им сказал: «Зачем вы посылали посланника к Иешуа?» Ну, сестры немножко как бы так растерялись, я думаю. А Лазарь продолжил: «Вы что, не знали, что Иешуа – персона нон грата в нашем кфаре, в нашем селе? Ему сюда нельзя. Как только он переступит границу нашего села, его сразу же схватят, и ему не сдобровать». Он их немножечко поругал. Но сестры все равно были по-своему счастливы, что они получили ответ. И они начали ждать. А почему Иешуа был персоной нон-грата? Потому что однажды он гостил там у Лазаря в гостях, может быть, месяца три назад. И он общался с начальником синагоги, там с главными, кто там был. И они в очередной шаббат сказали ему, дали ему микрофон, кафедру, и сказали: «Поучи, ты хорошо учишь». И он вышел к кафедре и начал учить всех присутствующих. И вдруг в дверь открылась со скрипом, и в дверь зашла женщина, которая была скрученная сатаной 18 лет назад. Она зашла и прошла, хотела пройти на свое место. Но что же заставляло эту женщину 18 лет ходить в общину? Однажды утром, то есть вечером, она легла спать, и вдруг утром она проснулась и не могла разогнуться. Написано, что сатана сковал ее. Она не согрешила, она не сделала ничего плохого. Очередной вечер, все нормально, но вдруг утром произошло что-то ужасное в ее жизни. И она молилась год, она молилась два. Уже подруги говорят: «Да прекрати молиться, смирись и живи так». Но она помнила себя до болезни, она помнила себя, и она знала, что однажды Господь придет в ее жизнь и исцелит ее. И каждый шаббат она приходила в общину, чтобы слушать Слово Божье. Так же, как и мы с вами, каждый шаббат приходим в общину, чтобы иметь общение с Богом,
чтобы услышать слово, которое поможет нам жить. И вот, когда она хотела пройти на свое место и сесть, Иешуа вдруг подошел к ней и сказал: «Будь свободна». Вы знаете, что она полностью исцелилась. 18 лет молитв, 18 лет веры. Уже и друзья сказали ей: прекрати верить, и родственники. Что было в сердце этой женщины? Разочарование, неверие? Нет. Эта женщина была полна веры, с которой она 18 лет преодолевала путь в каждый шаббат, ходила и молилась об исцелении. И это дан нам как пример, что если она дожила эти 18 лет и получила ответ, так же и мы можем получить ответ. И после исцеления этой женщины начальник синагоги объявил Иешуа нон грата. Хорошо, теперь перенесемся к ученикам, 7 стих. И вот Лазарь там поругал, вся эта история была понятна нам. И вот Иешуа через 2 дня начал одеваться и говорит ученикам, 7 стих: «Пойдемте к Вифанию, к Лазарю». Ученики открыли рты, открыли глаза и говорят: «Господи, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Итак, ученики включили логику. Логика вместо веры. Как часто мы включаем логику вместо веры? Как часто мы мстим за себя? Ведь это же логично. Тебя обидели, и ты обидь. Тебе наступили на ногу, и ты наступи на ногу. Как часто мы включаем логику вместо веры в отношении в семье? Как часто муж говорит жене: «Я просил тебя сделать всего лишь одно дело, которое было очень важно для меня, но ты забыла про меня, про это дело». Значит, по логике вещей так, так, так и так. Логика. По логике вещей так, 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 так. Все логично. Все логично. Или же жена говорит мужу: «Я тебе неделю назад просила свозить в магазин, и вчера я тебе напоминала, и я уже накрасилась, и я уже оделась, а ты пришел с работы и говоришь, что у тебя важная встреча, ты не можешь». Значит, по логике вещей так, 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 логика, логика, логика. Логика вместо веры. И ученики включили логику и говорят: «Нет, нет, Иешуа, нельзя тебе туда». Ну, кто-то спросил, ну хотя бы: «Ну зачем ты хочешь туда идти?» Иешуа сказал: «Лазарь уснул». Ну, ученики просто, наверное, уже не смеялись, а сказали: «Господи, ну уснул, ну проснется». Логика. Все логично. Он заснул, проснется, приболел, выздоровеет. «Не ходи туда». Тогда Иешуа повернулся к ним и сказал: «Лазарь умер». Он сказал им прямо в 12 стихе, в 14. Тогда Иешуа сказал им прямо: «Лазарь умер». Все. Логика. Где логика? Ученики просто перестали говорить друг с другом, перестали его переубеждать. Они не поняли ничего. Они сидели и смотрели, как Иешуа подпоясался, взял посох и уже открыл дверь, и одна нога была уже за дверью. И мне нравится Фома. Вы знаете, что сказал Фома в 16 стихе? «Тогда Фома,
иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Вы знаете, Фома был вообще очень логичный человек. Кому-то нравится Петр, кому-то там Иоанн. Но Фома – это человек, который действовал строго по логике. Когда он говорил: «Я не поверю, пока не вложу пальцы, пока не увижу», все должно быть логично. И вот Фома своей логикой вдохновил учеников. Он повернулся к ним и сказал: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Он встал, посмотрел на небо и пошел за Иешуа. Я думаю, весь путь, который они шли, они мысленно прощались с жизнью, потому что они знали, что зайдя в это село, потому что портреты их висят на каждом столбе, и им не сдобровать, потому что буквально пару месяцев назад они еле спаслись, еле унесли ноги из этого места. Логика или вера? Что сегодня выбираешь ты? Будешь ли ты поступать по логике с твоим братом или сестрой, или по вере? Что говорит Слово Божье? Логика или вера? Хорошо. В 20 стихе Марфа, услышав, что идет Иешуа, пошла навстречу ему. Что могло быть в сердце у Марфы? Давайте мы просто немножечко подумаем. Она получила слово от Господа: «Все будет хорошо, это болезнь к смерти, но к славе Божьей». И вдруг через 2 дня Лазарь умер. А как же слово? Я же получила от Бога слово, что так, так, так и так. Но иногда слово работает не так, как нам кажется, что оно должно работать. Что вы пускаете в свое сердце? Разочарование, обиду или веру? Что вы разрешите быть в вашем сердце? Марфа — это как пример, как образец веры. Она вышла навстречу к Иешуа, подошла к нему и не начала ему говорить упреки. «Ты же сказал, что оградишь меня, ты же сказал, что не приключится мне зло, ты же сказал, но ты не сделал, ты обещал одно, но ты не сделал». Нет. Марфа упала на колени перед ним и сказала: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Логика или вера? Что выбрала Марфа? Дальше там описан интересный диалог с 23 по 25 стихи. Я не буду сейчас на нем останавливаться. Почитайте его дома. Там больше, ну, очень интересно. Но в 27 стихе она, когда Господь спросил: «Кто я для тебя?» После многих неотвеченных молитв, после некоторых неудачных падений, Господь все еще спрашивает: «Кто я для тебя? Кто Господь для тебя и для твоего сердца?» И Марфа ответила, она говорит ему: «Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Истории из Библии даны нам как образец подражания, как образец для научения. Если Марфа пронесла веру, то значит и мы можем. Что делала, что дальше? Далее Марфа идет и зовет свою сестру. Что же было в сердце у Марии?
Может быть, она пустила в сердце разочарование, потому что они пережили один и тот же неудачный день в своей жизни. И вот в 32 стихе Мария, придя туда, где был Иешуа, увидела его и также пала к ногам его и сказала: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Друзья, не теряйте веру, что бы ни случилось, потому что Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет ли веру? И давайте посмотрим дальше. В 34 стихе Иешуа тоже расстроился, расплакался. И он говорит: «Где вы положили его? Пойди посмотришь». И вот эта плачущая делегация, ученики, иудеи, фарисеи, родственники, они все идут к гробу. И вы знаете что? У учеников вдруг появилась надежда, что они сегодня выживут. Во всей этой истории и ученики не проронили ни слова. Они шли молча, потому что они попрощались с жизнью. Потому что они знали, что сегодняшний день они не переживут. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради Господа, тот сбережет ее. И вроде бы надежда загорелась у учеников, потому что иудеи не были сильно настроены против них. Они все шли вместе, плакали. И вы знаете что? Подойдя к гробу, вдруг Иешуа говорит: «Уберите камень от гроба». И вот эта маленькая надежда, которая горела в глазах учеников, вдруг она опять погасла. Потому что они поняли: да, все-таки нам сегодня не выжить. «Отнимите камень». Сколько камней мы носим в своем сердце? Камень обиды, камень непрощения, камень неправильного ответа от Господа, камень того, что Господь опоздал. Эти камни мешают нам жить. Иешуа сказал: «Уберите камень». Логика или вера? Что мы сегодня выбираем? Логично было не убрать этот камень. Ведь он первый меня обидел. Я никогда не прощу. Или же что-то в этом роде. Эти камни в нашем сердце, они мешают нам жить. Но Иешуа говорит: уберите камень. Логика или вера? Что сегодня выбираем мы? И вы знаете, что там было дальше? Ученики просто, они замерли. Петр, может быть, положил руку на меч, думает: хоть одного, но заберу с собой. Фома вообще все просчитал, он понял, что шансы равны нулю. И они вытолкнули вперед Марфу: «Иди, иди, скажи ему что-нибудь». Она вышла, упала на колени и говорит: «Господи, пожалуйста, не делай так, уже 4 дня». Четыре дня, как он во гробе. И в 40 стихе Иешуа говорит: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью». Какой выбор делаем мы сегодня? Логика или вера? Душу сберечь или душу потерять ради Господа? Простить или держать камень? Но слава Богу, там сделали правильный выбор. Убрали камень. Ученики посмотрели на небо в последний раз,
толпа таких радикальных людей поняли, что что-то тут происходит не то, уже взяли камни, уже были видны, как бегут к ним люди с палками. И Иешуа говорит: «Лазарь, выйди вон». И тишина. Ученики встали на колени, говорят: «Ладно, Господи, умрем с тобой». И Мария, и Марфа, они также приняли сторону Иешуа, и они подошли к нему, а сзади уже становились люди, которые брали в руки камень и хотели кинуть в них. «Выйди вон, Лазарь!» И эти секунды тишины, которые иногда кажутся нам минутами, часами, секунды тишины ожидания, когда мы ждем, что сегодня выбираем мы? Логика или вера? И тогда Лазарь вышел, и, естественно, камни попадали из рук людей, палки бросили, Мария с Марфой подбежали к Лазарю, все закончилось хорошо. Логика или вера? Я уже заканчиваю. Закончить я хочу небольшим уроком, как понять Библию. Чтобы понять Библию, нужно, во-первых, знать язык, на котором она написана. Апостол Петр сказал первым мессианским евреям в послании Петра, что послание нельзя понять самим собой, но только Духом Божьим. Я вдохновляю вас читать каждый день Библию, но перед этим помолиться, потому что Слово Божье богодухновенно и написано под влиянием Духа Святого. И чтобы понять нам глубину любой притчи, любого слова, нам нужно помолиться, чтобы Бог помог нам понять. Слава Богу! Аминь! Молодец, Виктор! Я думаю, в своем стиле подачи Виктор другой, чем те, кто проповедует здесь обычно. Но я хочу сказать несколько вещей. Я уже знаю эту семью несколько лет, и я не перестаю удивляться им обоим, и Виктору в частности, что это человек баэмет веры и умеет считать. И самое главное, страха у него как бы пониженная норма. Он делает шаги вперед, и я вижу, что Бог благословляет их. И камни, которые Господь хочет снимать с нашей жизни, чтобы мы могли переступать обиды, боли, чтобы мы могли двигаться вперед. Я думаю, это, мамаш, классный урок, и прислушиваться к тому, что Бог говорит нам. Иногда, чтобы отодвинуть камень, нужно даже врагу подать стакан чая, иногда даже больше.